Здравствуйте, меня зовут Татьяна Дивия. Я консультант и основатель нумерологической онлайн-школы «Матрица судьбы и диагностика предназначения по дате рождения». Уже на первой ступени обучения вы познакомитесь с важными темами, которые должен знать каждый человек. Это как характер человека, его сильные и слабые стороны, какие качества надо трансформировать из негатива в позитив, чтобы раскрыться по максимуму. Также мы узнаем точку, говорящую о помощи высших сил. Ну и, конечно, немаловажная тема – это материальные блага. Что нам надо делать, где нам лучше работать, чем нам лучше заниматься, какие качества лучше в себе раскрывать, чтобы мы жили в достатке, процветании и изобилии. Точка зоны комфорта покажет нам, как нам лучше взаимодействовать с социумом и как социум видит нас. Кармическая задача тоже будем разбирать и понимать, с чем мы не справились в прошлом и с чем мы можем справиться сейчас, для того, чтобы улучшить качество нашей жизни. Также мы будем разбирать точки взаимодействия с женщинами и с мужчинами. Кроме точек на первой ступени, мы разберем линию неба. Эта линия говорит нам о том, где мы можем получить энергию. Также мы узнаем, где же мы теряем энергию, почему у нас не хватает сил. Линия Земли покажет нам, чем нам лучше заниматься, какие качества в себе нам надо раскрывать, чтобы жить в изобилии, процветании и здоровье. Линия женщин и мужчин покажет нам, как видят нас женщины и мужчины, какие качества они у нас ценят и что их привлекает в нас. Ну и, конечно, уже на первой ступени вы узнаете о 4 предназначениях. В матрице их 4. Первое предназначение – это личное предназначение, то, что вы должны раскрыть для себя. Второе предназначение – это общественное предназначение, то, что мы должны дать обществу, что мы должны дать другим. Третье предназначение – духовное. Это то предназначение, которое выбрала наша душа. И четвертое предназначение – планетарное. У каждого предназначения есть время, когда приходит экзамен. Когда вы знаете свои предназначения, когда вы знаете, когда будет проверка, очень легко сдавать эти экзамены. Если же человек не идет путем своего предназначения, то он начинает болеть, у него плохие отношения, ухудшается здоровье и многое другое. Поэтому это очень важная тема. В следующем видео я расскажу, для чего надо на самом деле знать предназначение и как это влияет на нашу жизнь. Еще раз для обзора общие пункты первой базовой ступени. Вы не только научитесь просчитывать точки, линии и предназначения человека, но вы еще узнаете значение каждой цифры, какие у нее минусовые качества, какие плюсовые, от чего надо уходить и к чему стремиться. Ну и, конечно, на обучении вы получите разбор ваших матриц по теме первой ступени. Также вы получите от меня ответы на все ваши вопросы, потому что часто в теории это одно, и нам иногда трудно эту информацию переложить на нашу личную ситуацию. В этом я вам помогаю. Я вам помогу разобраться не теоретически, а практически именно с вашей ситуацией по той или иной теме. Для чего необходима матрица и что вы сможете сделать благодаря знаниям матрицы, вы можете посмотреть на этой странице. Друзья мои, если вас заинтересовали эти темы, если вы чувствуете, что вам это важно, если у вас сейчас проблемы и вы не знаете, как из них выйти, приходите ко мне на обучение, я вам помогу разобраться, я вам помогу почувствовать в себе силу, наполниться этой силой, чтобы идти смело по вашей счастливой жизни. Если у вас остались вопросы, задавайте. С любовью, миром, Татьяна Дивия.